буквально 5 минут до начала матча. Я сижу в Люльбурге, в маленьком-маленьком баре, в котором мне удалось выцепить немножко покушать и немножко вина. Я не стала брать пиво, чтобы не мешать. Народ сидит снаружи, потому что выставлены телевизоры в окна. Там тоже отлично слышно и видно. Но я решила остаться здесь, мне тоже здесь отлично все видно. Ну, в общем, я нахожусь просто в центре болельщиков Германии. Хотя сама, конечно, я нежно и трепетно относясь к Аргентине, болею за нее.